Дети с ограниченными возможностями смогут пройти санаторно-курортное лечение в Подмосковье. Туда их отправит компания «Алроса». Реабилитационное отделение «Поляны» расположено в живописном, экологически чистом уголке России. Здесь будут отдыхать и укреплять здоровье 6 детей. С ними также поедут сопровождающие. Курс оздоровления рассчитан на 21 день. Трехнедельное лечение включает грязевые ванны, массаж, лечебную физкультуру, водные процедуры и другое. Желающих воспользоваться возможностью ждут в районном обществе инвалидов или в соцотделах своих предприятий. Мы собираем детей, которые имеют заболевание опорно-двигательного аппарата, либо заболевание центральной нервной системы. Необходимо, чтобы один из родителей хотя бы обязательно являлся работником компании. Необходимо только собрать медицинские документы, а все остальное оплачивает компания. Здесь нужна только дорога своя за свой собственный счет. Ребенок и сопровождающие, они совершенно находятся бесплатно 21 день на лечении в реабилитационном этом центре и получают все медицинские услуги бесплатно. Проживание, питание и плюс еще ребенок получает услуги.